утро начинается не с кофе. Меняем ножи. Тонар двухступенчатый. Народ сидит, вон палатки, там палатки. Не знаю, новое место. Будет что сегодня, нет? Чувствую, что-то будет. Может, чука подойдет. Сегодня поздно мы. Время уже где-то к 11. Пробите, пробите. Бурха удлиняется. Такая телескопический. Высота 170. Ну и где-то метр я загоняю. Там где-то, наверное, раз, два, три поставлю. Вот, по-моему, неплохой жилец. Думаю, на него будет сработочка. Под жаберную крышку ему. Вытаскиваем и двойник одеваем. Он живец прям сильный. Ему будет жерлиться, наверное. Флажки сбивать можно, чуть ему подломать хвостик. И жерлица будет плясать. Подкормил бармашом. Что-то его начинает, по-моему, подергивать. Если мне не показалось. Была сейчас поклевка. Возможно, окунь подошел. Возможно, окунь подошел. Будем надеяться. Подыграем ему. И затихло. И затихло. Так, жертвочки мои. Молчат пока. Окушок пока тоже не клюет. Так, там тоже жерлицы молчат. Попробую рядом пробудиться. Может, поставлю. Мотыля поставлю рядом. Мотыля чуть клевать. Тычок вроде был. Не понял, смотри, что-то малинку начал опускать. Как будто на поверхности поклевка случилась. Щучка. Базарок. Щука есть первая. Смотри, живец. Крупный был какой, жирный он. Ну-ка, дерчик возьми, сфоткай. Хоть сфоткаешься. Ну. Базар жил? Где-то около мушки, да? Нет, какой? Вот. Грамм 800, наверное. Ты что-то сорвалось. Что-то сорвалось. Что-то странно придавило. Не похоже на окуня. Что-то, блин, не пойму. Оторвал, что ли? Как-то легко идет. Ем, оторвал. Ромашку. Окунек. Очередной. Марина бармаша взял. Опа. Блин, бармаш развалился. Сейчас зарядим. Пучка вязан, как начнет долбить окунь. Хватаем. Его сюда одеваем.
руки подмерзают, если без перчаток сидеть. О, смотрите, что-то клюет. Опа. Что-то клюнуло окунь. О, какой крупный. Хороший окунь. Фу-ху-ху. Нифига себе. Вот это окуняра. На мормышку такую маленькую. Обалдеть. Это зверь. Тихо, тихо, тихо. Я тебя сейчас освобожу. Легче. Такой здоровяк. Бабахнул. Просто на фоне тех машин. Да, ну этот неплохой такой прям окунь. В палатке не ловится. Здесь на ветру ловится. Приходится здесь подмерзать немножко. Здесь до палатки метров 20. Опа, о, клюнуло. Неужели что-то на эту удочку клюнуло? Опа, нормальный полосатик. Опять подошли, значит. Опять подошли, да? Блин, бармаша спер. Здесь бармаш был насажен. Опа. Пойдет. Что-то затих клев. Решил, какая-то прикормка осталась вместе с дробленкой с прошлых рыбалок. Сейчас буду подкармливать, наверное. Потому что что-то тихо стало. Что-то стало тихо. Так. Так. Размешать. Создаем здесь муть. Так. Ну что? Ну что? Жерлицы молчат. Кури тоже молчат. Так. Вот такую вот руку крайне крупный бахнул. Вот эти до этого были. Это у меня сейчас вот самый вот этот крупный недавно. Очень даже мягкий. Они подзамерзли. Ну и тут 4-6 окуней. Так, 11 окуней всего.